Бом-бом! И всем привет! С вами канал Игробит и Ко, с вами Трудрампир. И сегодня мы продолжим играть в Duke Nukem 3D. У нас третья кампания, третий босс. Снова мы на земле. В этот раз мы... Где мы? Ну, где-то тут. Та еще штучка. В общем, тут у нас... О, да, с тобой тут, да, трудно, и с тобой, и со всеми остальными. Блин, хреновина. Так, вот она. Ну давай, найди меня. Ну. Блин. Давайте попробуем допрыгнуть до воды. Так, сейчас. Не могу отвлечься. О, все. Так, теперь можно и отвлечься. Да, Дюк, он такой. Да, еще штучка. Не очень вежливый. Так, секреты. Что за на? Дюк у нас тот еще засранец. Еще хочет. Бах. Что ему, что занят, без разницы. Так, что у нас в прошлых частях у нас было? Что бы у нас там было? В прошлой части что было-то? Блин. Прошлую часть это делали. А, то есть в прошлой части мы очень быстро сократили последний уровень и дошли до босса. Очень быстро. Хотя сама кампания была долгой. Привет, зовут Алекс. Да, что за ну? Так, нам как-то надо... Что за ну? Секрет в тот попасть, но... Привет, королю, малышка. О, круто. Уменьшитель. Да переключай уже. Вот дурак. Тут надо... У нас все патроны, понятное дело, пропали. Нам нужно собирать все заново. Так, что у нас? Как нам попасть-то?
Так, мы всех, пожалуй, уменьшим, чтобы проблем не было. Так, что у нас здесь? А, еще один козел. И давайте сюда. Так, их убили, синюю карточку взяли. Здесь все открыли. Теперь надо бы нам... О, черт, промазал. Вот туда бы запрыгнуть, но... Ладно, идем вниз. Так, и чё, как нам выбраться? Давайте что-нибудь возьмем по пулемет, что ли? Не, пистолет. Ага. А, во! Фу, нашел выход. Так. Ни хрена это. Этих засранцев много оказалось. Так, еще летает? Нет. Ну, то и пронесло. Так, о, здесь что-то, бронежилет взяли. Где? Блин, эти хрюшки опасные. Так, у нас где-то должен быть секрет. Ага, вот и он. Нет, телепортационное устройство. Так, можно посмотреть, как рожден диким. Интересно, что это за игра или что? Так, что он делает? Джетпака у меня нету. Рожден диким. А, рожден диким — это типа песня такая. 17 июля, я не помню, что было 17 июля. А, или ты имеешь в виду ту эту хрень про... Как его? Снег, дождь и дребедень? Это да, это было, то было такое. Было, было. Да, еще штучка. Была такая хренотень. Так, что у нас тут еще-то плавает? Мясо, мясо, глаза. Ну да, 17 июля была такая погода хреновая. Сегодня тоже было, но сегодня это было утром. То есть, во сколько сказать-то? Как? С 7 утра... Нет, даже раньше. С 5 или с 4 утра до... Кай. До скольки же? В общем, довольно долго. Гром, молния, вот у Влада, по-моему, на районе. Снег шел.
Точнее, не снег, а град. Я града не видел, у меня как бы поспокойнее было немножко. Но все равно. Погодка была такая. Опасная, опасная. Ага, можно было сюда забраться, ну ладно. Что за на? Что за на? Ну кто вылез? Так, это ванная, ныряем. Ух ты. Ага. Там можно вернуться. Так, как это я так выпрыгнул? Так, значит, бежим, бежим. Опа, все, успели. Теперь здесь надо все собрать. Что за на? Все проверить. Что за на? Да нет, чё, хреново. Оно все высохло, все исчезло довольно быстро. Блин, видел свинью, блин, и смотрю на нее. О, свинья. Типа так и надо. Так, вот. Открыли эту дверь. Давайте закроем эту дверь. Ой-ой-ой. Все, бум, бах, бабах. Блин, почему у меня нет джетпака? Так хочется джетпак. Кто там у нас? Ага. Понятно. Ну ладно, давайте закончим этот уровень. Еще и кто-то стрелял в меня. Нифига себе, 3 секрета еще пропустил. 4. Зато всех врагов убил. Да еще штучка. Давайте-ка сохранимся, а то что-то я начал опять забывать, что лучше здесь сохраняться. Да. Еще хочешь? Еще. О, смотрите, написано что. Видно, русские переводили. И вообще. Что за на? Почему у меня нету моего? Джетпак. Я хочу джетпак. Блин. Знал же, что хрюшка где-то была. Да, еще штучка. Давайте возьмем. Там свинья. Еще одна свинья. Да, еще что.
Еще хочешь? Что за нахуй? Так. Что у нас здесь? Блин. Затолкай себе в жопу. На, шайся. Раздавили. Так и бежим. Так, у нас что-то где-то секрет здесь. Да нету Дигла, это все еще та старая часть, где еще у него нету Дигла. Так, отлично, мы их вырубили. Нужна синяя, но у нас патроны для пистолета уйдут. И куда они все делись? Было уйма. Вся уйма ушла. Просто их взорвем. Где у нас бомбы? Бомбы. Че, все, плюшки. Да, плюшки готовы. О, кока-кола. Так, нам нужно оружие. Какое взять? Так, смотри, вот последние два. Ну как последний стрим. Ну, короче, в прошлый раз, который Дюк Нюкен был, где мы в космосе были, и этот, в городе, это все та же часть. Просто в той части было выпущено 4 компании. После этого уже как раз-таки и все и началось. Ай. Так, карточку взяли. О. Секретное место. И опять же у нас нету джетпака. Мне это вообще не нравится. Дюк такой дюк. Дюк и дюк вообще. Странный парень. Поехали вниз. Выходим аккуратно все. Да, еще жучка. Блин, надо же. Все, лезут и лезут. Так, я думаю, здесь... Как тебя выключить-то? Включить. Ладно. Ого. Чтоб тебя. Во. Опасное место. Да, еще штучка. Ой. Этот откуда выпал? Что опять? Откуда они вообще выпадают все? Так. Ура, реактивный засранец. Что мы открыли?
что я нажал и что открылось. Блин, ну вот так всегда. Непонятно, что откроется. Так. Да, еще штучка. Вот, это мне тут. Тут мне нравится. Все. Блин, куда идти-то? Все, правильно. Алёшка, ты часто их смотришь, что так музыку запомнил? Да, ещё штучка. Вот я слышал, что-то открылось. Что открылось, где открылось? Где-то секрет будет. Ага, вот и он. Да-да, бах-бах-бах. Так, что-то меня куда-то передвинуло. Ага. Давайте будем читерить. Точнее, не читерить, а я сейчас как чихну или не чихну, блин, я даже не знаю. Блин, хочется чихнуть и не хочется чихнуть. Так. Блин, где же я сохранялся? Где это я? Ой-ой-ой, как далеко-то. Зачем я так? Блин, ну вот. Так.
прямо быстренько добежим уже тогда сразу. Так, секретное место, все, это сделали. Присядем. Отлично. Так. Вот мы снова тут. Значит, там у нас большой плохой дядька. Та-та-та-та-та. Стоп, а где мы джетпак брали? А, во, тут. Все, окей. Блин, опять, наверное, секрет придется открывать. Ладно, че уж там. Откроем. Ага. Понятно. Это такой вход туда. Так, вот секрет. Мы что-то там бабахнули. Но это не важно. Так, где наш... Вот так. Фух. Ну да, вот сейчас поэтому сохранюсь еще раз поближе. Перед этим козлентусом. Стоп, 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 стоп. Так, фу, блин, я испугался. Так, 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 как куда бы спрятаться? Ура! Козел убит. Козел убит, повторяю. Дайте всех замораживать. Ну. Ой. А ну в пень. Не буду я с ней возиться. Ух ты, 5 секретов, все секреты взял.
Так, давайте сохранимся. Все-таки у нас... Что у нас? У нас тут жизни-то не очень много, конечно. Но все равно лучше. Акваланг. Привет, королю, малышка. Мне не нравится это место. Ага. Туда мы нырнуть можем. Так, давайте пойдем посмотрим, что у нас. Ну, пусти меня. А если вот сюда? Так, ладно. Где у нас джетпак? Понятно, здесь тоже ни хрена нет. Так. Привет, королю, малышка. Желтой карточки у нас нету. Вижу синюю. Блин. Блин, опять по мне. Так, чем бы его... На. 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 Блин, а это было больно. Я же сказал загрузить игру. А, блин, а я и загрузился. Ай, как отстойно. Привет, королю. Так. Чё б сделать, чё б такого сделать? Thank you.
Ни хрена он там палит. О, умер. Нет, нет, нет. Ха-ха, лагануло. Так, давайте соберем патроны, чтобы внизу было. Отлично, давайте теперь здесь сохранимся. Так, отличненько. Теперь... Фух. Хорошо, у нас есть синяя карточка. Где у нас, интересно, красная или желтая? Ну ладно, в принципе. Отправляемся. Больно. Гады стреляют. Да какого ж, эти козлы-то все появляются, не нравится. Все, желтая карточка. Валим отсюда. Все-таки секрет есть. О, отлично. Так, у нас здесь. Так. Еще что ж ее. О, желтая карточка, как раз. Выход. Нам нужно вниз, в самый низ. Блин, нас мало этого фаланга. Все на выход. Красная карточка. Где у нас была красная карточка?
надеюсь. Ого, круто. Сохранимся. Отлично. Красная карточка. Что, кто помнит, где была красная карточка? Это желтая. А, вон там, наверное. Да. Так. Не нырнуть. Тут тоже не нырнуть. Тут хренов водопад. Ого, как глубоко. Что-то не хочется мне туда прыгать. Давайте сохранимся. А, ну тут вода. Все, прошли этот уровень. Блин, секретов не нашел, ну блин. Так уж получилось, зато всех врагов убил. Блин, откуда их столько повылезало-то? Охренеть! Башня из Таун. Ах ты, мерзкий жирный. Охренеть. Где еще хрюшка? Так. Фу.
Так, ладно. Заварили. Так, давайте переключим оружие. Не знаю, на... Ну, на пистолет. Конечно, так же. Так, что у нас? Кнопочка. И телепортируемся. О-о-о. Что за на? Круто, прошли. На самом деле было бы дольше, если бы я ходил понизу и там все. О-о-о. Кто меня убил? Так. Блин. Кто меня бьет? Да откуда вылезли? Жирножопы. Что за на? Вот именно. Кто нам что говорит? Иди сюда, жирный. Пора сохраниться. Так, и куда мы бежим? Кто там стонет все вечно? Да, еще штучка. Блин, ладно. Так, штуковина. Да,
нас оружие снимает? Так, эту мы возьмем попозже. Там патроны. Не получилось. Давайте эту свинью хотя бы убьем. Так, туда потом пойдем. Начало у нас... Вот так. Так, что-то здесь надо включить было. Что за на? Что ж включить-то надо? Так, включить что-то надо было точно. Карты у меня красной нет. Желтая может есть? О, желтая. Сохраняемся снова. И теперь у нас очень много жизни. Ну как, очень. Хватит, в общем, нам намного. Все, красная карточка. Еще хочет! Ой, не-не-не-не-не. Давайте загрузимся. А то я что-то так много жизни потерял. Еще хочешь? Так, красную карточку. Все, теперь можно идти. Ага, вот, мы открыли эту дверь. Мы открываем вот это. И летим, 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 летим. Вау.
Так, давайте мы его застреляем. Черт. Не застрелили. Чё вообще с ним парить, блин? А, он же... Здесь я ничего с ним парюсь. А, выключись. Выключись. Фу. Дюк. Выключись. Ура! Чё, меня закопались, думали, что ли? Так, альт, да. Ножкой ударили. И все. Так, Махмутов, привет. Форева, да, Duke Nukem Forever, скорее всего. Завтра, если сегодня все это пройду. Завтра может быть можно Duke Nukem Forever. Так, тут взорвался. Еще хочешь? Вот это хрюшки, а? Чё, там ещё одна что-то? Край. Так, кстати, секретики есть. Что за на? А, что там, блин, опять взорвалось? Давайте спрячемся здесь и сохранимся. Отлично. Да, он легкий же. Forever-то. Там вообще же ни о чем. Долгий, но легкий. Так. Раз. Два. Все, две взорвались. А, на уровне гонок, да, там просто постоянно надо бегать. Итак. Там у нас... Там у нас что-то... И мы вернулись обратно. Окей. Ага, здесь нужна синяя карточка. Хорошо. О, давайте здесь сохранимся. Мы взяли жизнь новую.
Отлично. Теперь. Так, давай, проезжай. Ты тоже. И мы летим. Так, 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 давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Оп, долетели. Так, я думаю, надо туда чем-нибудь крутым выстрелить. Ха-ха! Ага, вон еще одна дверь. Так, синяя карточка. Хорошо. Залезли. Отлично. Фу, блин. Да, в метро катаюсь. Такой я тут. Метрокат. Прям. Ай, не убил. Да еще штучка. Почему он? Ничего себе. Да вы что, стебетесь надо мной, что ли? Его с пистолета, что забью. Ну то что-то как-то он такой жуткий. Не, из пистолета долго. И это не берет его. Так, отлично. А, это что было? Так, ладно. Ну, давай, 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 подъезжай. И у нас там пусто. Туда нам будет. Хорошо. Жрабасы такие, а? Нет, 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 нет. Я забыл, что у меня включен. Чуть не проиграл. Так, что у нас? Патроны.
еще патроны, а там... Кай. Где у нас базука или что-нибудь? Них, гренада взорвалась. И куда это? Ага. Нас вообще хрен знает. В туннель вывело. Тут пусто. Ну ладно, чего ж там. Уходим отсюда. А, привет, Влад. Почему я летал? Потому что я... Потому что я могу. Если я могу, значит я летаю. Да, он летал я по другой причине. Потому что у меня джетпак есть. Кайф. Да, еще штучка. Ай, блин. Мусорный пакет, блин. Так. Тут есть секрет. Секрет. Не? Нет секретов? Нет секретов? Да вы что, издеваетесь надо мной? Карточка. Но синяя. Нам нужна не синяя. Тьфу, блин. Ой, я гадость сделал. Ну ничего. Честно, он так пролетел насквозь. О, ни хрена. Так, не трогай меня. Где опять? Ни хрена, эта штука хотела воскреснуть. Так. Ага. Убили. Взорвите банки. Так, ты должна открыться. Ты должна открыть. Что за на? Ладно, давайте взорвем что-нибудь. Так. Там ничего не было. Блин, отвали от меня, жирный.
козлятина. Блин, еще один. Так, какая у меня карточка там была? Вот пожарная машина. Долго взрывается все. Давайте все-таки попробуем туда. Нет, не хватило. Да, блин, да, еще. Так, что у нас здесь пусто? А, все одно и то же показывает. Так, вот красная точка. Что у нас тут? Еще хочет. Ой-ой-ой. Ах ты, жирный, крутящийся Соник. Плохо, секрет. Что нас ждет? Море хранит молчание, жажда жить. Мандюк поет. Только жить, здесь ничего не стоит. Жизнь других, но не твоя. Чё, круто спел. Так, а где у нас был? Вау. Фу. Так, а где у нас была красная карточка? То есть дверь с красной карточкой. Бум. Ага, вот здесь точно. Отлично. О, ну жопу. Как я туда? Давайте еще постреляем из УТП. Так что ли подать? Отстойно.
хватит взрываться. Прошли уровень. Ну, Лёшка, мне на самом деле озвучка понравилась, она прикольная такая. Давай, все секреты нашел. Что-то пустое, мне это не нравится. Что за... Что? Вон, крышка. Блин, откуда эти две здесь? Кто появился? Понятно. Так, я не проверил на секреты. Так, секретики. Не, нету. Так, трещинки в зданиях тоже нету. Ладно. Ну, оригинального дюка никто не заметил. Так, забили. Аптечка. Что-то мы включили, открыли, не знаю, что-то случилось вообще. Так, отсюда вылезли два этих. Здесь тоже желтая карточка. Здесь у нас ничего. Ага, это я вернулся опять сюда же, но я убил этого гада. Ого, нифига там две этих. У меня джетпака нету, чтобы взять. Так, желтая карточка. Да, еще штучка. Что за нахуй? Что за нахуй? А, вот, тут дышит. Я думаю, что такое за звук-то так? Как кого-то уже открывает. Да, жирный, блядь. Как мне нам туда залезть, без джетпака-то? Блин. Слушайте, ну блин, ну это... Мне тут хочется залезть.
Ладно, посмотрим, может. Через это что-нибудь дверьку. Так, и идем вверх. Еще хочешь? Идти вверх. Так, что-то мне не нравится здесь. Да, еще штучка. Здесь слишком... Нифига себе. Свинья на кровати. Ага, пушка. Уничтожушка. Так. Давайте мы его... не поворачивайся. Да, это, ну как, это не, это, как сказать-то даже, не то, что не оригинальный, а скорее с апгрейдом. То есть, оригинальный он, графика похуже. Да и все остальное похуже. Так, что-то я не понял, тут что-то как-то много всего. Так, в этих комнатах я был. Ага. Ага, сюда нельзя залезть. Да не стреляй ты. Че он стреляет? Две аптечки, еще аптечки. Ага. Да, еще штучка. Акула-каракула. Нет, я акула. Так, нет, ничего такого нету. Ага. Давай, Дима, покажи, как надо прыгать. О. Ничего себе. Это что такое? Фантик, что ли? Фантик бросил на пол. Вот, негодяй. Что-то их много. Ой, блин, что-то я не сохраняю. Чего вы мне не говорите сохраниться? Я так забываю. Ха-ха, и куда мне идти? Вниз, что ли, спрыгивать? А, наверное, да. Да, еще штучка.
нас тут открылось. Ой-ой. Блин, больно же. Плохо без джетпака. Но ничего не поделать. 4 врага где-то оставил. Да еще и 2 секрета. О, стадион. Это у нас финальный уровень. Это между нами. Говно. Так, ладно. Еще хочешь? Парень. Так, хорошо. Ну, блин, посохраняй все почаще. Я уже... Сражаться ты, глаз поганый. Ну, на, козлятина. Вот так, да. А, нет, Я скоро буду готов, малышка. Не конец игры, это лишь я третий эпизод. Так, нам не показывают самое интересное, так нечестно. Нажимаем, 6 врагов убито, никого не осталось. Так, и мы начинаем... карт. Ага. А, не, это все. Смотрите-ка. 1.5 часа. И мы прошли Дюк Нюхена. Ну, закончили проходить его. Форева я сейчас не начну, потому что я его... У меня он даже не скачан. Он не установлен, не скачан. Надо устанавливать, скачать. А так все. Этот... С этим Дюк Нюкеном мы покончили. Не знаю, может кто-нибудь сейчас захочет постримить. Лёшка, например. Или не знаю. Потому что я что-то уже не хочу. Надо от Дюк Нюкена отдохнуть. Подготовиться к завтрашнему стриму. Завтра, скорее всего, будет Дюк Нюкен Forever. Мы его пройдем. А так на этом сегодня, наверное, все. Всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Заходите в группу, следите за новостями. Всем спасибо еще раз. Всем пока.